Но не все в городе так гладко. К примеру, на проспекте Ленинского комсомола прямо на проезжей части образовалась яма. Выбоина в левом, самом скоростном ряду проспекта, напротив дома 46А. Движение в этом месте оживленное, совсем рядом автобусная остановка. Не всем удается объехать Рытвину. Кто-то успевает затормозить, благо сразу за ямой светофор и пешеходный переход. Водители говорят, что уже давно стараются притормаживать в этом месте, иначе дорогого ремонта не избежать. Дальше, по их словам, дорога тоже не очень ровная. Ископали, сделали кочки большие. Подлетаешь прямо, не знаю. Так же по советской ездишь. Вот такой я уж попадал недавно, у меня колесо разлетелось. Поэтому плохо, очень плохо. Вот еще вон там яма, видите? Тоже объезжаешь на это, хоть она и заделана, но все равно. Ну, попадаются, не везде, не говорю, что везде, но попадаются. Раньше дорожники уже обращали внимание на этот участок. Если приглядеться, видно, что яма образовалась там, где покрытие было ранее отремонтировано. Сейчас глубина выбоины больше 8 сантиметров. Каждая проезжающая по Рытвине машина делает яму только глубже. Остается надеяться, что ответственные за этот участок дороги обратят внимание на проблему и в ближайшее время отремонтируют дорожное полотно.